Юношеские команды «Динамо Киев» и «Донецкого Шахтера» сегодня встретились в рамках чемпионата Ю-21. Поддержать коллег пришли футболисты основного состава «Белосиних». Уже завтра на стадионе НСК «Олимпийский» состоится матч 13-го тура чемпионата Украины между «Динамовцами» и «Горняками». С каким настроением готовятся к игре «Белосиний» узнавал Александр Васильченко. На поле в воскресенье «Динамовцы» выйдут в измененном составе. Кто заменит капитана Сергея Сидорчука, который в прошлой игре европейского чемпионата получил травму, тренерский штаб пока держит в тайне. Не так много времени было у «Белосиних» на восстановление. Эксперты говорят, сейчас у команд равные шансы на победу. Футболисты «Динамо» заявляют, к предыдущему матчу готовы. После последней игры, думаю, что восстановились. Главное сейчас физические кондиции подтянуть и... Есть у нас еще сутки в этом плане. Думаю, что к завтрашней игре будем готовы. То, что готовы забивать и выигрывать, динамовцы неоднократно демонстрировали как в украинской премьер-лиге, так и в европейских чемпионатах. Но главное в игре, утверждают «Белосиние», – поддержка болельщиков. Мы рассчитываем только на победу, потому что такой клуб, как «Динамо Киев», не может играть на какие-то другие результаты. Только победа нас устроит, и мы дадим бой завтра. Завтра будет очень интересная игра, и надеюсь, наши болельщики придут и поддержат нас. Завтра у нас, нам предстоит очень важная игра, и мы приглашаем всех болельщиков на стадион. Мы хотим почувствовать вашу поддержку, для нас она очень важна. Будем рады вас видеть. Принимать горняков динамовцы будут на своем поле на НСК «Олимпийский». Большая часть билетов на игру уже продана. Старт матча назначен на 19:30. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал «Интер».